Друзья, перед тем, как мы начнем тратить свои алмазы, я хочу вам порекомендовать канал Dragon Game. Сегодня я буду тратить свои алмазы, ну а завтра вы за счет того, что этот канал сделает вам прокачку. На данный момент на канале всего лишь 46 подписчиков и посмотрите, сколько 30 участников в этом конкурсе. И поэтому я считаю, что каждый должен в этом участвовать. Условия, ребята, есть в описании. Поставить лайк, подписаться, написать «участвую». Итоги скоро будут, ребят, так что переходите по ссылке в описании. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и участвуйте в этом конкурсе. И есть шанс получить даже 10 тысяч алмазов. Ну а мы погнали к просмотру нашего видеоролика. Доброго времени суток, друзья, с вами Трэшер, и добро пожаловать на мой канал. Друзья, спасибо вам за то, что не удивляете, точнее, что... что я сказал? Друзья, спасибо вам огромное за то, что не перестаете меня удивлять, за то, что каждый день подписываетесь на мой канал, ставите лайки, и для меня это, ребята, очень большая мотивация. Вы знаете, как я вам обещал, каждый день-два я буду стараться сейчас выпускать видеоролики, и у нас это будет хорошо заходить, как раньше. То есть вас всего лишь требуется поставить лайк на этот видеоролик, подписаться на канал и написать какой-либо комментарий. И я напоминаю, что это просто для меня бешеная мотивация, друзья. Ведь когда я захожу, к примеру, на следующий день на YouTube и вижу там под роликом где-то 10-15 тысяч лайков, и все, я уже бегу записывать новый видеоролик для вас. И это очень круто. В сегодняшнем видеоролике я буду тратить 10 тысяч алмазов на оружейный и легендарный джекпот. Если там что-то там чутка останется, посмотрим, я найду еще, куда их потратить. Голос, ребят, сразу говорю, у меня немножко изменился. Дело в том, что я заболел. Так что привыкайте, привыкайте. Так, сейчас я вам хочу дать некий челлендж. Как думаете, с какой попытки, с какого лаки я выбью этот коллаж? То есть, смотрите, сейчас у меня 5 лаки. Вы сейчас в чат напишите, давайте ставьте ролик на паузу и напишите, сколько лаки там будет, когда я выбью этот коллаж. И лайк не забудьте, прямо сейчас лайк ставьте. Вот. Короче, я кручу за 400. Надеюсь, первый выпадет, потому что мне алмазы нужны. Так, это получается плюс 11 лаки, 16 должно быть. Фрагменты. На время. Так, на сутки выпало. Окей. Кстати, сюда добавили новые скины. То есть, вот видите, на падение акул и вот этот ледяной синий. Кстати, на удивление, у меня ни одного скина с этого лутбокса нету. Ледяной синий. Надо исправлять. Ой, куда я вышел? Надо исправлять. Оружейный, давайте еще раз крутанем. Мне интересно, что будет в легендарном попадаться. Вот как его надо будет крутить. О! Выбили! Так, 16, 17, 18, 19 попытка. Ребят, есть люди? Фамос еще выбили. Ледяной синий дробаш еще выбили. Охренеть. Не, ну это годно. Так, есть, есть. Я, возможно, еще раз... Давайте еще раз покручу. Вдруг мне выпадут те скины, которых у меня просто тупо нету. Так. Ну-кась, накась. И... Пап-пап-пап-пап-пап. Чё, тупо фраг... Еще раз? А, нет. Я думал, еще раз выпал. Нет, не выпал нам скин. Такой побочный скин, да? Вот эти ледяной, там, нападение акул... Дробаш, нападение, так, я его хочу. Мне нужен он для коллекции, вот и все. Тупо попросил для коллекции, он выпадает. Блин, у меня голос проседает уже. Надеюсь, до конца ролика я смогу продержаться. Итак, новый джекпот, легендарный джекпот. Я слышал этот джекпот, типа, когда ты кого-то убиваешь или еще что-то делаешь. Да. Он апгрейдится, то есть, смотрите, типа, первый уровень, потом второй и третий уровень. То есть, я не знаю, как это в игре будет происходить, но я хочу это попробовать. Так, лаки, лаки, а где посмотри? А, вот список призов. Окей, низкий шанс, 80 алмазов, что это нам даст? Чего? А, этот,
Он так открыл? Окей. Так. Увеличение шанса. Да, давайте попробуем. Че? Высокий шанс. Ну, до 300% вроде увеличили шанс, да, ребят? Смотрите, лаки как медленно растет. Давайте возьмем высокий шанс за 400. Ух ты, это 700 алмазов получается. Чё? Какие купоны оружейные? Давайте еще раз. 400. Получается, по 500 алмазов тратим на джекпот. Но он выпадет в любом. Нет, мне это не нужно. Так, еще разок. Еще разок. Шанс. И редкая вещь, да? Так, еще раз. Ребят, каждый сейчас ставит лайк, подписывается на канал, и оно выпадает. Ну зачем мне алмазные купоны, алло? Может, вот так поменяем? Я не отстану, пока не выпадет. 9 дней до конца. Мне просто очень интересен этот скин. Опять, ну смотри, что ты будешь делать. Ну давай за 80 обычный. Блин, так странно этот лаки еще растет. Очень странно растет, ребят. Ну окей, давайте второй уровень. Высокий шанс. По 500 получается у меня еще 6к алмазов. Да ты заколебал! Так. Это я смогу так. 12 раз я могу его еще раз покрутить, да? 12 раз. Так, 11 раз теперь смогу. Но выпадай уже. Ну зачем мне купоны, ребят? Скажите, что, мол, выпал. Это, напишите в комментариях, типа, выпади, 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 выпади. И... Инкубатор? Спасибо, я покручу его. 4000, ну 5000, да, 5000 алмазов остается. О, ну наконец-то, блин, я уже думал, все потрачу. Набор охотник за черепами, получена редкая вещь. Изи. Давайте сразу наденем. Так, а коэффициент сбросился, да? Ну окей. Окей. Все, 4500 алмазов. Неплохо, ребят, за 5к. Так, инкубатор. Давайте покрутим тоже. Там были... О, что нам? Камень, что ли? Так. А мне камень нужен был? Так, стоп. Я могу что-то взять отсюда? Нет, не могу. Мне нужен камень. Мне нужен камень. Давайте рискнем. Смотрите. Смотрите. Как выбивать камень? Внимание, смотрите. Открываете быстро и жмете. И он вам выпадает. Ну не камень, но чертеж. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Не, ну тут чисто разводит, ребят. Как лоха разводит. Не, я не буду тут больше крутить. Хочу еще раз. Смотрите. Да выпади! О! Камень! О! О, еще? Чертеж или камень? Чертеж. Теперь могу взять. Так, где ты был? Вот он. Самурай. Давайте обменять. И возьмем. А, кстати, нужно посмотреть на коллекцию дробашей. Бля, еще 3000 алмазов. Куда их тратить, ребят? Куда их тратить? Давайте, ребят, коллекцию посмотрим еще. Наше оружие, наши дробаши. Так, вот, новых два дробаша в коллекцию. Так, точность и урон, да? Ну тут Нет, ребят, если перезарядка минус, сразу этот дробовик отпадает. Он сразу отпадает. Блин, представьте, если я все это суммирую вместе. То есть все вот эти бафы дробашей вместе соединить. Боже, что получится с этого? Да, ну вот. Они чем-то похожи, смотрите. Акула, ужас. У нас тут еще один эксклюзивный лутбокс, где выпадает, ну конечно, еда питомца, что тут еще выпадет. Кстати, ребят, хочу напомнить, что в магазине появился лиловый ужас, для тех, кто не знал, лутбокс, где есть вот этот самый легендарный дробовик. Можете, в принципе, его попробовать выпить, свое усмотрение, если у вас есть алмазы, там посмотреть рекламу, пофармить себе алмазов. Но я хочу себе сегодня еще на остаток посмотреть, покрутить вот эти лутбоксы огненные. Вот, давайте возьмем их. Так, через склад. А, ясно. Я вышел через склад, их откроем, ребят.
Пожалуйста, ребят, поставьте лайк на этот видеоролик прямо сейчас. Подпишитесь на канал, ведь большая часть, там сколько было, 45% вроде смотрит без подписки. И надо это исправлять, ребят. Давайте подписываться. Нужно набивать 300к побыстрее. Легендарный наряд. Условия. А убить определенное количество врагов, выжить определенное количество минут. Ага. А, у меня даже лутбокс есть специальный. Что? Активный эффект. А что это дает? Ну, надеть, экипировано. Блин. Ну и круто, ребят. Круто, круто очень. Так что я хотел... А, я хотел лутбокс открыть. Я надеюсь, разберусь с этим. Так. Розовый слой. Посмотрим, выпадет ли сегодня нам эта эмочка или нет. Сколько я ее крутил, я не знаю, просто миллион раз, наверное, кру... Чё? Куда они исчезли? Миллион раз, наверное, крутил. Да, чё ты зависаешь? О, выпало наконец! Да сколько раз его крутил, вы бы знали. Походу, третий инкубатор подряд я кручу вот эту эмочку, розовый слой. И она не выпадала мне. Никак. Дальше огненный мы сейчас тоже попробуем. А, здесь у меня все есть. Да, здесь все есть, не буду даже пробовать. Осталось всего лишь огненный пооткрывать. Ну как думаете, это выпадет нам, ребят? Может по одному будем? Ну и ник у него. Его забанит, ребят. Его забанит. А что он так у них сделал? Нельзя такие ники ставить. Его забанит за это. Ну зачем на время? Давай, давай, давай. 10 штук открываем. И сразу ты... Оп! И навсегда. Нет, не хочет. Не хочет, не хочет. И тут не хочет. Ах ты гад. И тут не хочет. Ах ты гад. Да, ребят, я знаю, как его выбить. Вы должны лайк поставить сюда. И подписаться. Ну, давайте 10 откроем. Последняя надежда, которая умирает последняя. Нет, не выпало. Окей. Окей, что поделать? Ну ладно, друзья, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо огромное за просмотр этого видеоролика. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите новых видеороликов. Ну а с вами был Трэшер. Всем желаю удачи и всем пока.